Почти готово. В Пытьяхе завершается сборка саперной машины, которая отправится в зону СВО. Неравнодушные жители города собирают уникальный автомобиль на основе трактора Т-150. По сути, это отдельный технический проект, в который вошли изобретения пытьяхских мастеров. Машина крепка, маневрена и с хорошей проходимостью. Инициатор проекта Супьян Хужулов подошел к сборке техники с большой ответственностью. Отказался от электроники, отдав предпочтение механике. Предусмотрел, чтобы в машине всегда был запас и топлива, и воды. Сейчас идет работа по укреплению брони. Доставить саперный автомобиль к месту назначения активист намерен лично. Я как создатель, я как испытатель, я как ее хозяин, мы будем ее жизнь приводить в чувство, потому что мы знаем ее все качества, поэтому нам это самим необходимо, чтобы устранить свои дефекты, обязательно появится, всегда было. Поэтому мы хотим сами поехать в Украину, сами хотим помочь людям, военным. Мы хотим опять участвовать в спецоперации, потому что там люди нужны, техника нужна.